Вчера нам на плазму пришло такое сообщение, что к нам кто-то опять придет, и он нас накажет. Рассудит, накажет, душу разобьет. Возьмите у меня бессонницу, кстати, да пролию. А после вчерашнего ее поведения я сегодня боялась ночью спать. Она всю ночь ворочается, и от нее можно ожидать чего угодно. А у нас что-то ночью происходило? Я ночью плохо спал. У нас ночью появилось вчера пятно какое-то странное. И Вась его чистит, а оно не исчезает. Вся ситуация здесь просто для меня провальная и эпичная. А Вась что-то очень сильно расстроился в последнее время. У него прям нет настроения. Он даже сейчас ушел из комнаты. Почему-то это связано с пятном. Вы увидите это сами в прямом эфире проекта шоу «Реальти. Игры реальности». Это безумный Макс. Смотрите ли, Макс, помогите вы на сайт «Игры реальности» заходите. И Максу ноутбук приобретите. Мы вчера придумали ряд заданий. Я не хочу сейчас выдавать ничего. Это будет для нас интересно. И для всех интересно будет. Флешмоб — это такая вещь, когда о нем знают только те люди, которые его делают. Сама суть флешмоба — это хорошая идея. Но если это какой-то флешмоб с танцами, когда в одном месте человек ничего не делает, в другом, а потом один начинает танцевать. Можно кхочари танцевать все вместе. А помните, нам же вчера еще дали задание, чтобы мы устроили детский праздник в больнице для детишек. Да. И для этого нам нужно собрать фонд 3000 тир. Тир – это наша валюта. Пожалуйста, помогайте нам, и будем вместе поздравлять больных детишек. Если вы знаете какую-то больницу, куда можно приехать поздравить детей, вы присылайте на наш сайт. По-братски присоединяйтесь, будем качать детей нормально, чтобы им было круто и весело. Если вдруг кто-то владеет техникой работы с мыльными пузырями, или кто-то фокусник, или у кого-то есть химическое шоу, можете к нам присоединиться. А можно кукольный театр устроить? Нет. Когда в дом входит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Карамба, тысяча чертей! У нас семья что-то недружная стала. Мы как-то вроде дружим, а потом перестаем дружить. Ограбление банка. Берем все, что находим. Деньги давай! Быстро, блин, все давай! Ограбление! 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 Раз, два, три! Елочка, гори! Ограбление! Там сейчас началась жуткая потасовка. А ведь они не понимают, что это всего просто задание пришло от Франклина и Ламара. Полнейшая провокация, чтобы вывести нас из себя. Все разозлились. Вась Васич настроен решительно. Он очень злой. Знаешь, что это задание? Постоянно достает. Мы тут занимаемся делом, придумываем праздник. Макс закрылся в комнате мужской. Там сидит и обороняется. А, пришла Лия, происходит какая-то потасовка. Макса безумного вообще нельзя злить. Нет, Макс! Да, миссия вышла из-под контроля! Сейчас я посмотрю, что там. Макс, чем баба? Ты все, о чем мечтала спросить, загадывай и желай. Я должен защищать своего партнера. От чего защищать, я с ним поговорить хотела? Я просто... Вышла из-под контроля! Раз, два, три, елочка, гори! Сводка новостей. В нашем доме обстановка наклинающая. Они не поняли, что здесь игры реальности!